генеральный партнер программы «Семечки от Мартина». Всегда солнечное настроение. К идеальному черному так хочется добавить идеальное белое. Поэтому, дополняя нашу известную продукцию, мы выпустили семечки от Мартина «Белые соленые». Белые семечки от Мартина. Новый цвет и отличный вкус. Что скрывается под брендом «Янта»? Бескрайние поля, современное производство и технологии, труд тысяч людей и признание миллионов покупателей. Каждый день на вашем столе «Янта». «Янта» есть вкусно. Здравствуйте! В эфире прогноз погоды в Приморье на пятницу, 21 февраля. В Лесозаводске и в Дальнереченске небольшой снег, там 9 градусов мороза. В Мельничном небольшой снег и 7 градусов ниже 0. В Дальнегорске в Тернее без осадков, в Тернее 3 со знаком минус, в Дальнегорске 5 мороза. В Ольге и в Ковалерово облачно, в Ольге минус 2 градуса, в Ковалерово минус 5. В Чугуевке и в Спасске-Дальнем небольшая облачность, 8-9 мороза. Без осадков в Пограничном и в Каменно-Рыболовье. В Пограничном минус 5 градусов, в Каменно-Рыболовье минус 8. В Находке и в Партизанске осадков не ожидается. В Находке минус 1, в Партизанске минус 3 градуса. В Артеме, Славянке и в Уссурийске небольшая облачность, от 1 до 6 мороза. Во Владивостоке без осадков, ветер северный, северо-западный умеренный до сильного. Атмосферное давление существенно не изменится. Температура воздуха 6 градусов мороза. Посмотрим, какой сегодня будет день. Поглядим, как пойдут дела. И обязательно... Непременно. Увидимся. Очки АТО-СТОПТИК. Ваш лучший выбор. Русская 46В. Проспект 100 лет Владивостоку, 44А. Прогноз погоды в местах отдыха в Приморье на пятницу, 21 февраля. На островах Русском и Попова малооблачно, минус 5, минус 6 градусов. В пригородной зоне от Седанки до Садгорода без осадков и минус 8. На Шамаре на Тавазе также без осадков, минус 8, минус 9 градусов. В Шкотовском районе облачно, в Кучелиново 11 мороза, в Штыково также 11 мороза, в Анисимовке минус 9 градусов. В Партизанском районе без осадков, во Владимиро-Александровском минус 7 градусов, в Тигровом минус 13. В Лазовском районе осадков не ожидается, в Преображении, в Чистоводном 5 градусов мороза. В Арсеньеве минус 15 градусов и без осадков. В Кировском районе малооблачно, в Шмаковке и в Горных Ключах 14 со знаком минус. Прогноз погоды в странах АТР на пятницу, 21 февраля. На севере Японии снег, в Саппоро минус 3 градуса. На юге страны местами дождь со снегом. В Токио плюс 6, в Осаке до 8 тепла. На севере Китая ясно, в Харбине минус 7 градусов, в Даляне плюс 3. В южных районах малооблачно, в Шанхае 9 градусов тепла. На севере Корейского полуострова погода ясная, в Пхеньяне 3 со знаком плюс. На юге Кореи также солнечно, в Сеуле плюс 4, в Пусане плюс 7. На Тайване небольшой дождь, в Тайбэе 16 со знаком плюс. На севере Вьетнама небольшой дождь, в Ханое и в Дананге 23 градуса. На юге без осадков, в Хошимине 35 со знаком плюс. В Таиланде небольшой дождь, на Пхукете 28 тепла. В Сингапуре и в Куала-Лумпуре дожди и 29 со знаком плюс.